Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, лучший садовый инструмент из Европы. В этом видео я хочу рассказать про нашу новинку интернет-магазина kado.ru, это лопаты для снега. Сейчас 29 ноября и снега в Москве практически нет, но с декабря каждый день будет идти снег, поэтому готовьтесь откапывать свои машины, свои дачи и свои загородные участки от снега. У нас в продаже, хит продаж, это лопата алюминиевая Офнер толщиной 2 мм. Ручка сделана из бука, но сейчас мы поговорим о лопате, нашей новинке. Вот такой шикарной лопате для снега, алюминиевый, со специальным покрытием, которым не пристает снег. Общая длина этой лопаты составляет 178 сантиметров. Сам ковш имеет 50 на 37 размер, то есть 50 на 37, то есть это огромная лопата для откапывания ваших машин, ваших загородных участков от снега. Цена этой лопаты будет в районе 4300 рублей. И если вы устали от говна, который продается в Аби, в Leroy Merlin, вот этих всех Фискарсов там и вот этих всех Финландов, если вы хотите действительно хороший инструмент, покупайте фирму Офнер. Эта фирма вам хватит на многие года, и вы будете просто получать удовольствие от уборки снега. Толщина металла в этой лопате 2 мм. То есть здесь специальный жесткий алюминий, специальный алюминий, разработанный для лопат, и специальным покрытием, которому не пристает снег. Ручка из бука. Здесь толщина в самом, так сказать, месте, в котором идет нагрузка, 4 сантиметра. Она идет постепенно на нет, потом опять увеличится. То есть вот здесь вот такой вот создает такого небольшого набалдажничка, ну, набалдажника, да? Вот. Сверху бук покрашен специальной краской, желтой такой. Эта краска, она видна издалека, то есть специальная краска для того, чтобы ваша лопата была заметна. На черенке идет логотип Офнер, Made in Austria, и специальная надпись, что эта лопата, она соответствует определенным стандартам, европейским стандартам по качеству. Покупайте эту шикарную лопату в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.